Всем привет, с вами Ира Кураж. Мы продолжаем проходить Avernum Escape from the Pit. И, как вы помните, в прошлый раз мы с вами дошли до последнего испытания. Так называется не само последнее испытание, а место. Но я так подозреваю, что место так названо совершенно неспроста. И вполне возможно, это действительно и есть последнее наше испытание, которое нам предстоит выдержать. Ой. Честно говоря, тени меня пугают гораздо больше. Ох. Ну, в целом зря. Ага, мы со всеми этими ребятками можем спокойно, наверное, справиться. А, интересно, что будет, если мы разнесем здесь барьеры? Хм. Наверное, стоит проверить. Вжух. Ой, Корделия, молодчина. Корделия все-таки тащит. Текс. Ну, и вот так еще разочек. Отлично. Да, Корделии я, собственно говоря, хотел развеять барьеры. Так вот, сам себя немножко обломал. Ну ладно. В принципе, они все равно никуда особо не торопятся. Ау. За что? Икс. Ну, друг, получай. Ну, что меня радует, все же, несмотря на то, что это типа последнее испытание, чуваки здесь вырезаются на ура. Так. Ну и, честно говоря, меня все еще в ступор вводит вот эта штука. Но здесь есть две кнопки, как этого расчуля. Внезапно может быть пазл. Так. Хотя... Ну, в этой игре... Мне что-то пока ни один пазл особо прям не показался очень остроумным. Окей. Экс. Ай. Мы уже подвигались. Ну и давайте чувака просто уже закидаем огнем. Отлично. Ну и на всякий пожарный подберем все, что нам здесь досталось. А, потому как в прошлый раз мы получили ачивку Архимаг. Мне бы еще хотелось получить ачивку Архиклирик. А для этого надо 18 клириковских заклинаний. Ага. 18 заклинаний изучить на третьем уровне. Мы пытаемся повернуть колесо, чтобы узнать, что его на месте удерживает необычайно сложный запирающий механизм. Мы пытаемся убрать его, но узнаете, что он не по зубам даже вашему высокому навыку. В конечном счете у вас не хватает терпения, и вы сдаетесь. Окей, видимо, пока мы не прожмем все эти кнопки. Вращаем. Снова сдаемся. Прекрасно. А мы где-нибудь не сдадимся? Кстати, давайте на всякий пожарный. Вдруг тут, не знаю, монстры появятся, еще что-то. Вот эти барьеры рассеем. А, кстати... В, наверное, более, как это, более слабый духом игре была бы ачивка за рассеивание барьеров. Там была табличка «Аварийный выход». В центре комнаты небольшой бассейн. Перед ним услужливо установлен кубок. Давайте выпьем воды. Вы пьете воду, и она освежает после длинного и сложного прорыва через очередное подземелье. После, когда вы уходите, вы чувствуете себя странно. Ваши мысли проясняются, зрение улучшается. Усталость от долгого путешествия проходит. Ух ты, озарение. А может быть, нам надо с озарением повращать его? Во. К счастью, усиливающий эффект от близлежащего бассейна еще в силе. И вы с легкостью снимаете замок и поворачиваете колесо. Интересно, до суда нам хватит? Оп. Отлично. История та же. Появился мостик. Ай. Вы пробуете повернуть колесо и узнаете, что механизм разбит. Оно не поворачивается. Но, может, если мы напрямую как бы еще раз бухнем. И попробуем успеть дойти умными. Нет. Сколь бы умным ты ни был, если что-то сломано, оно сломано. Лады, но у нас открылся вот здесь проход. Хм.
Хотел сейчас снова рассказать про Might and Magic 6, но не стану. Ух ты. К северу огромная пещера. Она заполнена сталагмитами и статуями. Некоторые статуи двигаются. Однако, прежде чем вы успеваете оглядеться, повсюду поднимается густой туман. Вы не видите низги. Ну, опять. Ну, вот как так? Как я хотел сказать, да, что, скорее всего, если будет пазл, то нам выключат свет. А у нас наверняка, кстати, есть свеченьки. Ой. Не сказать бы, чтобы от них было много проку. А, интересно, это те самые двигающиеся статуи, или нам надо действительно брать и прямо их вот двигать, как типа в пятнашках? Наверное, сначала мы все же ускорение кинем. Да. Сначала поспешим, а теперь врагов насмешим. Ага. Ну ладно. Чувачки оказываются внезапно устойчивыми к этой штуке. Ну вот к этой не столь. Корделия в ответочку получает. Такс. Ну, видимо... Ой. Ледяной Дрейк. Какая прелесть. А, ну раз ледяной, будем фигачить огнем. Первое правило достойных путешественников. Так. Что-то их тут много, но поскольку мы их видим по одному, нам дают заканчивать бой. Уже, я думаю, поберечь просто ману. Ай. Ну да. Такс. Я надеюсь, мы идем в правильном направлении. О, кнопонька. Ой. Голем это вышел оттуда, где мы кнопоньку нажали, или он всегда здесь стоял? Ну, я так потихоньку пытаюсь где-то подворовываться, чтобы не тратить ману. Ага. Они, судя по всему, прут на свет, как в том анекдоте. Ладно. Ой. Причем, опять же, серия, ну, в этот раз уже Heroes of Might and Magic, приучила меня к тому, что големы к магии могут быть крайне невосприимчивы. Ну, в героев-то наверняка все играли. Ага. Слышим звук скрежет камней. Ладно. Это хорошо. Такс. А вот здесь, кажется, был проход. Блин. О. А, раз тут есть гигант, значит, он откуда-то вышел. А, значит, мы с вами, скорее всего, что-то открыли. Но вот эти вот головоломки с выключением света мне крайне не нравятся. Ну, просто хочу это обозначить, потому что все остальное я прям фанат, а вот эти штуки как-то вышли не очень удачно. Текс. Измененный гигант. И измененный гигант. А, не добили. Оу. И приходят новые. Причем... Ну... Наверное, здесь это выключение света обусловлено тем, что не выключись он головоломки не было. Ну, вот как в склепе Драта, да, где головоломка с комнатами. О, злобоглаз. А, что хорошо при этом, да, если мы не видим врагов, считается, что типа они не видят нас. Ну, то есть нет такого, что нам откуда-то прилетает урон, а мы вообще не можем найти. Экс. Ого. Вот тут клетуська открылась. Но, по-моему, в центре опять же было вращающееся колесо. Очередное. Да? Нет? Другое? Где мы? Что мы? Тут кровяк. Здесь мы, судя по всему, были. Оп. Вот здесь все еще все заблокировано. Нам как раз, наверное, сюда. Судя по примерной географии. Но тогда нам остается только идти вдоль стены и пытаться искать кнопки. Подозреваю, что это наш самый лучший путь действий. Но на этом кнопки и закончились.
Да, там же откуда-то чуваки эти вышли. Кристалл я вижу, мне его лень подымать. Он стоит 20 монет всего. Откуда-то чуваки вышли. Значит, куда-то у нас должен появиться доступ. А, вопрос, куда? Ага. Вращаем колесо. Далеко же они шли, однако. Я так подозреваю, что сразу в центр нас опять же не пустят. Нам придется еще по этой темноте шляться. О, лич. Нормально. Потихоньку тут на нас нападают все самые мощные твари, которых только можно было увидеть в игре. Так что если вы какие-то эпизоды пропустили, не смотрели, вам было неинтересно, то вот самые ужасные ужасы, с которыми мы только бились. Прекрасно. И где это мы? Вот какой у меня вопрос. Что произошло? Нас куда-то откинули или что? Ух. А кто это сделал? Непонятно. Что характерно, мы не знаем, кто нас атакует. Буквально недавно я говорил о том, что... Как же прикольно, что такого не происходит. Вот оно происходит. Ну, кинем массовое исцеление на всякий пожар. Ух, тут их целая толпа. Но хотя бы у нас Альдусяк вся пришел. Может хоть что-то сделать. Корделия, душечка. Увы, ах, не, вот можно водичкой их пролить, кстати. Ну, спелл древнючий, поэтому много урона он не наносит. Хотя, ну, какой-то урон все же есть, и я более чем счастлив его использовать. Ну, и вот этого просто покараем. Пару раз. Пару раз. Ага. Я слышал, как кто-то что-то вызвал. Блин. Во. Еще один лич. Так. Ну, к счастью, у нас все бафы висели еще с прошлого боя. А, ну... И лич оказывается... Не самым крепким. Икс, ну и... Кроколиск. Кроколиск. Кроколиск даже ходить не будет. Ну, и я так подозреваю, мы продолжаем патрулировать эту местность в поисках теперь нового открывшегося выхода. О, там я смог, кстати... Интересно. Я, кажется, баг в игре нашел. Несмотря на то, что у нас типа туман войны, я смог выделить дверку. Одно время я, кстати, хотел устроиться тестировщиком работать. К счастью, этого не сделал. Ну, то есть, может быть, это и прикольно, но я бы, наверное, со скуки умирал в какой-то момент. Экс. Блин. Вот, если честно, подземелье по ощущениям затянулось. А когда тебя вот дразнят, типа, ну вот, вот оно уже вот, а при этом все равно то, чем дразнят, тебе не отдают. Такое немножко неприятное ощущение. Ладно. Вот, а, слушайте, изумруд стоит 200. Может быть, и тот стоит поднять. Экс. Что, кто и где в этот раз? Здесь ничего. О, откуда-то оттуда прут. Ну, хотя бы мы знаем направление. Чем, если мы чувака прибьем и успеем закончить бой, мы сможем еще немножко побыть, ну... На острие атаки, можно сказать. Как хип-хоп-маньяки. Из песни, по-моему, дискотеки Аварии. Текс, Корделия, душенька, иди сюда. Нам надо закончить историю со злобогласом. Тьфу, злобогласом. Злобоглазом. Так. Ха. Нет, только не страх. Молния. Ладно, молнию я не очень боюсь. ХП у нас достаточно много.
Ну, то есть не то, чтобы мы можем ими разбрасываться, но их на наши нужды хватает. А вот если бы Альдуса, например, спужали, это было бы печальненько. Давайте на всякий случай подлечимся. Оу. Там есть еще где-то кастер. Ага. Это ледяной Дрейк. Но опять же, не сказать, чтобы мы его боялись сильно. Но с кастерами надо разбираться в первую очередь. Как правило, это самые худосочные существа. Но хотя в случае Дрейка это не так. Но и проблем заставляют больше всех, как правило, именно они. Ой. Я за этой тьмой не увидел, что там на самом деле проход-то есть. Еще один злобоглаз. Да что же у вас сегодня за приплод такой? Я надеюсь, что это не тот ожил. И тут не нужно какое-то специальное оружие. Ага. Во. А, чтобы его убить. Ну, такой возрождающийся злобоглаз. Ай. Фух. Фига. Там у него еще и Дрейк в друзьях. А крысы, по-моему, еще могут под контроль брать, поэтому тут мы будем проливать их всем, чем можно. Экс? Ну и давай, друг. Я верю в тебя. Так, зря. Вурдалак. Но это было чисто символически. Так. Открылся ли у нас проход вот в тех круговых камнях? Чую, что нет. О, открылся. Внезапно. Так. Зря, что теперь с той стороны что-то будет. Да? Нас как бы с вами как футбольный мяч туда-сюда кидают. А, смертоносный ужас. Внезапно он оказывается довольно-таки плотным. Ай. Ну ладно, мистический призыв все-таки кинем. И кинем на нас защиту. Вы встречаете последнего защитника перчатки. Мертвяк, созданный самыми продвинутыми и хитрыми волшебниками империи. Даже в тумане хорошо видно, как он светится. Когда он приближается, вы чувствуете ломящий кости холод. Приблизившись, он заносит костлявый коготь. Он ищет цель, чтобы указать на ней. И навсегда завладеть ее сердцем. Указать на ней. Что-то произошло? Давайте-ка мы с вами кинем приток адреналина. Оу. Не сказать, чтобы нам это сильно помогло, но нам это хоть как-то помогло. Корделия, родная моя, давай-ка мы его попробуем кислотными брызгами. О, на него молния сработала, отлично. И попробуем его огненной стрелой сразу. Так, а здесь, наверное, боевое благословение. О. Ух. Ага, последний защитник. Но как-то для последнего он слишком не последний. Текс. Я думаю, всех остальных можно смело игнорировать. А у Кордели есть какая-то еще штука. Нет никакой штуки. Ладно. Будем тогда его молниями закидывать. А ему пофиг на наши молнии. Смотрите-ка на него. А вот мани Корделии явно не пофиг. Давайте попробуем небесным возмездием. О, нормально. Ай. Ай. Но мертвяк почти сдох. Конечно, спасибо тебе за замедление. Наконец, восставший ужас умирает и рассыпается. Его холодная хватка отпускает вас, и вы можете уйти из этого ужасного места. Отлично. О, а пещерный гигант почему-то стал... вполне себе обычным гигантом. Ну, как минимум на вид. Давайте еще разок ускорение кинем. И вот так вот. Так, хватка отпустила нас, но нам нужен выход. Тут просто были какие-то стены, то есть вот здесь стена такая. О! Подозреваю, что сюда нам. Туман рассеивается, и вы видите снова. Вы в небольшом здании. Это похоже на форпост, построенный в утесе. Вокруг пыль. Здесь давно никого не было. Однако ваше внимание привлекает то, что вы видите в окнах на севере. Ага. Ну, бежать туда мы не будем спешить.
что это портал. Туда мы тоже не будем торопиться. О, а здесь комнатуська. И какое-то небольшое снаряжение, но, видимо, для вновь прибывших, чтобы прикинуться под местных. Вы входите в дверь и осматриваетесь. Вы снаружи, вы на поверхности, вы вдыхаете всей грудью свежий воздух. И радостно смотрите на деревья и растения. Если хотите побег из Авернума, наконец перед вами. И что теперь? Вы можете вернуться и рассказать Эрике и Авернитам о выходе на поверхность? Или можете сбежать? Вы, наконец, можете жить на поверхности. Вам решать, вы останетесь внизу и продолжите борьбу, или покинете эту яму и воспользуетесь шансом на поверхности. Ну, естественно, бежать мы с вами не будем. Но давайте посмотрим, что будет, если мы выберемся на поверхность. Вы выходите наружу и чувствуете, как лучи солнца приятно согревают лицо. Вы ощущаете ветер и вдыхаете запах травы и цветов. Вы находите ручей с чистой прозрачной водой, без солей и ряски. Жизнь здесь будет тяжелой, за вами охотится империя, придется начать с чистого листа. Но сейчас уже это совершенно не важно, у вас есть солнечный свет, растения и, что самое главное, надежда. Вы уверены, что сможете построить новую жизнь, опасную и увлекательную. Да будет так, поздравляем, вы завершили второе из трех основных заданий Авернума. Окей, мы попадаем с вами в главное меню, и я думаю, что... А, нет, давайте загрузимся. Итак, остаемся в подземном мире. Несколько часов вы просто бесцельно блуждаете. Судя по всему, вы сейчас очень далеко от ближайшего города. Здесь можно наслаждаться природой в относительной безопасности. Наконец-то вы снова увидели поверхность. Вы стараетесь запомнить каждую деталь, каждый звук и запах, чтобы эти воспоминания поддерживали вас во время долгих скитаний в глубинах, сырых и враждебных пещер. Затем, скрипя сердце, вы поворачиваетесь назад. Хочется убежать, чтобы жить под солнцем, на свежем воздухе, в относительной безопасности. Но все же, в глубине души вы знаете, что не можете этого сделать. Долг зовет вас. Вы обрели новых друзей и новые связи, но много еще предстоит сделать. Возможно, однажды вы сможете вернуться и снова выбраться на поверхность. Кинув прощальный взгляд, вы спускаетесь вниз сражаться за свой новый дом. Поздравляем, вы завершили второе из трех основных заданий Авернума. Отлично. Мы с вами получаем за это награду, ну и... Монетки мы все-таки стырим. Давайте проверим, куда ведет этот портал. Мне просто интересно. А он ведет нас к выходу. Как это удачно. Что ж, знаете, пожалуй, на этом мы этот эпизод и завершим. Мне нравится, что мы закончили это испытание. В следующий раз дойдем до Эрики, расскажем ей все, пообщаемся со скимитарами на эту тему, ну и продолжим, что у нас там дальше. А пока на этом этот эпизод закончен. Спасибо всем, спасибо Андрею Фиолетову, который продолжает поддерживать наш канал. Ну и до встречи через пару дней. Авернум уже скоро будет пройден. А пока на этом все. Всем удачи. Пока-пока.